Познакомьтесь с доктором Филиппом Калерхофом, аналитиком, финансистом и энтузиастом криптовалюты. Калерхоф является выпускником программы аспирантуры в Университете сингулярности исследовательского парка NASA Mountain View США и получил докторскую степень по вычислительной нейробиологии в Техническом университете Берлина, Германия. С 2006 по 2008 год Филипп был количественным аналитиком в банке Landesbank в Берлине. Он был советником криптоинвестиционной канадской фирмы First Block Capital с мая 2017 года, а до этого 4 года был директором Hardcode Investment Consulting в Цюрихе, Швейцария. В 2017 году Калерхоф основал Protos Cryptocurrency Asset Management, компанию, инвестирующую в токены при ICO и торгующую установленными токенами, такими как биткоин, используя передовые количественные стратегии.